Объем доходов и расходов бюджета Чувашской республики увеличивается на 522 миллиона рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета и фондов территориального медицинского страхования. 145,8 миллиона рублей выделено дополнительно республике в соответствии с распоряжением правительства 22 октября на реализацию региональной программы модернизации здравоохранения. Сумма выделена дополнительно по тем субъектам, которые по итогам первого полугодия обеспечили лучшие показатели реализации данных региональных программ модернизации. Также проектом федерального закона буквально рассмотрен на днях Чувашской республики увеличиваются средства на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из числа федеральных льготников. Сумма увеличивается на 288,7 миллиона рублей. Также данным проектом, законопроект федеральный, предусмотрено увеличение Чувашской республики средств на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. Дополнительно поступит 22,7 миллиона рублей. Также из федерального бюджета выделят дополнительные средства для приобретения жилья молодыми семьями, реализацию проекта «Земский доктор», на строительство центра маунтинбайка и конно-спортивного комплекса, на приобретение лесопожарной техники и оборудования и многое другое. В целом безвозмездные поступления увеличиваются на 780 миллионов рублей. Плюс к этому республика получит и вознаграждение в сумме 150 миллионов. Мы получили вознаграждение, так скажем, со стороны правительства за эффективность деятельности органов власти. Округляем 85 миллионов рублей, плюс 65 миллионов рублей за эффективное управление общественными финансами. Это уже решает федеральное министерство. То есть в проекте документы все в работе, то есть это тоже здорово. Мы плохо бы с вами сработали, значит, эти средства мы не могли бы получить. Но в то же время более чем на 256 миллионов рублей уменьшается субсидия на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства. Субсидии на указанные цели составят всего 27 миллионов. На официальном сайте Минсельхоза России висело. Было висело. И Иван Борисович написал письмо, нам пришел ответ, что ваша программа поддержки соответствует критериям отбора, решение будет принято позже. И в итоге вот ситуация такая, что нас не поддержали. Ну, понятно, право федерального министерства, по крайней мере, цены сложились благоприятные, и дополнительные средства на сельское хозяйство выделяем. С учетом вносимых изменений, параметры республиканского бюджета Чувашской республики на 2012 год составят по доходам 32 миллиарда рублей, рост на 22%, по расходам 36 миллиардов рублей, рост почти 33%, дефицит остается без изменения – 4 миллиарда рублей. И в целом, вот так, если так посчитать и в общем сложить, успешно бюджет в этом году мы завершаем вместе с депутатами Государственного совета, с органами местного самоуправления. Галина Титарчук, Николай Яковлев, Республика.